Добрый вечер, друзья! Находясь на Манежной площади и пользуясь случаем, я бы хотел рассказать вам небольшое стихотворение собственного сочинения. О, кавказец, ты забыл, что такое культура. О воспитании я даже речи не веду. Для тебя, что не твоя, это простая дура. И ты любитель наводить в клубах суету. Ты позабыл о том, чему тебя учила мама. И с высоты плюешь на то, что говорил отец. В твоей башке заложена одна программа. Ты не мужчина, а слабенький гнилой подлец. Взгляни вокруг, таких как ты не единицы. Своей гордыней ты никого не удивишь. Ты не орел и никогда не станешь птицей, пока как мразь ты чьих-то дочек материшь. Гордо Кавказ на лобовом твоей машины, Дагестан на твоей шапке как клеймо. Но всем понятно, понятно без всякой причины, что ты не русский, не удивил ты никого. Ты патриот? Тогда обдумай все, что сделал. Будь рассудительней, уважай других людей. Ведь нас Всевышний всех одинаково задел и не хотел, чтоб превращались мы в свиней.